Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2011 года выпуска в черном цвете. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, 144 лошадиных силы, АКПП передний привод. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, имеется спойлер, ветровики, хромированные вставки. По салону у нас комбинированный салон. Ткань кожа, комплектация S-Monoton, 3 ряда сидений, климат-контроль, кондиционер, спорт-эко-режимы, мультимедиа. Имеются подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, антиюз, электрорегулировка и зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие автомобиля вы можете узнать по ссылке в описании к видео.